Игрок команды Орловского государственного университета Михаил Морозов. Миш, ну расскажи, во-первых, как удалось забить, и важно ли было для тебя, наконец, открыть счет голам в студенческой лиге? Ну, достаточно непросто, потому что до этого было много игр, где просто там не везло, либо еще чего-то не хватало. Но сегодня, наконец-то, получилось, и ну, перед игрой именно был такой настрой. Я был уверен практически, что будет сегодня нормально у ребят и у меня тоже. Миш, как оценишь сегодняшний матч? Почему сегодня забили все то, что не удалось вчера и позавчера? Ну да. Ну, скорее всего, просто как не то, что повезло, наконец-то, но получилось. Что называется, прорвало. Общий итог турнира, с твоей точки зрения, почему так плохо, могли ли лучше? Ну, я считаю, то, что и с ребятами вот разговариваем, то, что ехали сюда именно брать 9 очков, но что-то не получилось. Не повезло, да, можно так сказать. Ну, хотя бы одно, да, там 3 очка получилось выиграть одну игру. Ну, не добрали, да, очки это в любом случае, но что делать? Теперь как бы... Спасибо.